ты можешь трогать. Что это не горячо. Сейчас вот на данный момент включается просто регенерация. И организм реагирует. Постоянно. Вот это да. У вас просто вы сейчас узнаете, какая сильнее, какая слабее. А ты мысль подключи. А теперь очень хорошо, но если вот этот возьмешь и перевернешь, и сейчас вообще очень на быстро. Эту руку, да? Не, можешь на эту, да, можешь на той самой просто перевернуть. И сейчас прям оно вообще так раз и в обратную сторону пойдет. Это ты можешь не сходить прям с этих со стекол, а просто на стекле вот стоять несколько шажков сделать прям на одном месте и достаточно. Ой, ты все растопчу. Да не ты одна. Эти стекла еще знаешь какого? С 1979 года. Что? Я на берегу моря. Не знаю где вы. На берегу моря, да. В этом году. Что и можно? Все остальное. Внутри шайки там летают. Мне просто песочек. Можно по лесу пройтись. Боже, вообще, слушайте. Травка зеленеет. Масточка летит. Травка. Зелененькая, земелька такая. Я сосредотачиваюсь, она хрустит. Покрутят кости твоих врагов. Да, это хорошее сравнение. Если есть враги. Нет, у тебя есть способности, надо их развивать. Конечно. Не зря. Без развития. Не получится хороших результатов. Двумя руками можешь. Попробовать. Он когда слишком бежит за рукой. Регулируй. Да не слишком, наоборот же хорошо. Сейчас я его к себе зачем надо себе оттолкнуть. Это если ты сможешь выпускать энергию. Активируй ладошки. А, то есть это да. А теперь прочувствую стаканчик, споймай его энергию и вперед. И смотри, он у тебя застопорился, потому что ты с двух сторон руку. А, то есть... С одной стороны две руки можешь поставить. И тогда будет эффекта больше. Такое не практиковали? Нет. Интересно. Нет. Точку. Да. Смотреть на свечу, да. Ну, я же говорю, большая часть уделялась площадке. Это основная. Ну, то есть была расшивка, площадка. Наработки эксперта оператора. И ты тяни, не толкай. Толкать мало силёнок, надо больше наработок, чтобы толкать. Толкать надо.
только что. Ты его не потом это не будет. Человек, смотри, ты руку к нему поближе, и он сам поймала, к тебе убежит. Споймала, и, да, споймала. Здесь важно вот 3 сантиметра, например, от него. Ощутила, что он там есть. Руку близко-близко к нему подведи. Да, и. И медленно-медленно показывая направление, и далеко не отводи руку. Ты вылокаешь или тянешь? Пытаюсь тянуть. Он прислонился к этому уже. Вот. О, видишь, вот. Тебе надо ближе. Да, вот такое расстояние. Видишь, у тебя, получается, тебе надо нарабатывать энергию. У тебя маленькое расстояние, почти сантиметр. Ну, теперь пошло. Нейрончики начали выстраиваться. Да, и состояние влияет, конечно. Он со мной договаривается. Двумя я хотела. Все, не, я хотела все-таки, чтобы он от стенки отлупился. Угу. Кто тут главный? Да уж. О, нормально, слышь, так ты еще нормальный такой. Послушный. Ну, вот видишь, да, нашла его. Слабое место. Ну, а первый раз у тебя тоже, вот на том модуле, у тебя тоже как бы сейчас лучше намного, я то помню, как ты делала. Когда ткачик начинает прижаться к пластиковому мозгу. Одной крови просто. Мы сейчас представим.